И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня, друзья, мы поиграем в игру под названием Dinosaur Fuzzy Hunter. Это настоящий симулятор палеонтолога. Ребятки, в Стиме доступна пока что всего лишь демка, небольшая, так сказать, пролог, который мы можем с вами поиграть и оценить. Я давно ждал эту игру, и, блин, это свершилось. Ну что ж, друзья, давайте начинаем новую игру, поехали! О, итак, ребятки, мы находимся, я так понимаю, в какой-то лаборатории или это музей? Так, подожди. Так, стой. Так, Орнитомимус. Ага, я так понимаю, да, все-таки это какой-то музей. Здесь мы можем почитать про найденных динозавров. Я так понимаю, это типа наш музей, да? Или то, что нам предстоит выполнить, какие работы сделать? Давай посмотрим, что это у нас. Кто это у нас? А, это же, наверное, скорее всего, Зайхание из Бермуды, да? Или Анкила? Анкила, да, по-моему. Так, стой, как? Как и... Что? Эдмонтия Лонгицепс? Ого, нифига себе. Так, жил он в позднем... Кретоцераторском периоде. Что это за период? 76,5... миллионов лет назад. Так, ладно. Что ж, пойдемте дальше. Так, нам предлагают выйти вот сюда на выход. Наверное, мы это с вами и сделаем. А, ребятки, игра полностью на английском языке. Так что, если что, я вам смогу что-нибудь перевести. Так, ага. То есть, это был мой музей, и мы начинаем здесь. А вы готовы стартовать? Да, конечно. Почему бы нет? Когда мне было 4 года, я очень любил рисовать динозавров. Так, ну и что? В чем прикол? Что нам нужно делать? А, подожди, нам нужно обрисовать этого динозавра? Ну, хорошо, давайте попробуем это сделать. Так, пока у меня вроде получаются такие ровные... Нет, неровные границы. Ну, примерно хотя бы вот так, что ли, обведем. Не будем торопиться. Ножка готова, лапка готова, хвостик готов. Готова у нас вторая лапка. Ну, если он говорит, что когда мне было 4 года, он любил рисовать динозавров, ему надо было сказать, я любил, наверное, обрисовывать динозавров. Скорее всего, было бы так правильно. Так, продолжить. Но то, что дошло до моих дней в моей жизни, меня изменило. Когда мне было 8, я отправился... Куда? Типа на какой-то... А, на каком-то отдыхе он был, что ли, не пойму. Где мы вообще находимся? На каком-то острове, что там? В смысле? Не понял. Мне показалось, там птеродактили летают. Так, нас ждет школьный автобус. И что? Он нашел... Когда ему было 8 лет, он нашел... Подожди. Окаменелость динозавра? Это же коготь. Скорее всего, это похоже на коготь какого-нибудь раптора. Так прошло 6 месяцев. Когда мне наступило 14 лет, я начал делать и собирать различные модельки динозавров. Так, что нам предлагают собрать модели динозавров? Как это интересно, как это весело, слушай. Ну, давай попробуем. Так, раз лапка, два головка... Три лапка. Подожди, стой. Вот так, туда ее поставим. Эту часть туловища сюда. Ножка, хвостик, хвостик, ножка. Слушай, я надеюсь, что на протяжении всей игры нам не придется это делать. Собирать какие-то модели и вспоминать моменты из жизни этого юного палеонтолога. Пока что юного палеонтолога. Так... Нам предлагают собрать стегозавра. Ух ты. Слушай, ну, у парня был талант, я скажу.
Все эти модельки он, наверное, сам вырезал из дерева или еще что-то. Так, это у нас не подходит. А, мы же можем вращать, вот. Вот, отлично. Так, передняя лапа. Часть хвоста. Давайте перевернем. И поставим уже защитные пластины на спину стегозавра. Круто, круто, молодец, слушай. Тебе прямо на выставку потом это все отправлять. Так, давайте продолжим собирать. Ого. Ого, ого, так. Голова, кончик хвоста. Слушай, меня это даже немножко, честно говоря, утомляет. Вот. Нет, ну реально, вот зачем это нужно было делать? Ну, как бы да, для разнообразия в игре прикольно, конечно. Так, части, это что у нас? Наверное, ноги, да? Часть туловища, часть ноги, наверное, на правую сторону. Так, соберем лапы. Давай перевернем. Отлично. У нас передние лапы. О, все, замечательно. Моделька собрана. Здорово, круто. Давайте уже на какие-нибудь раскопки, боже мой, отправимся. Мне всегда нравился трицератопс. О, и даже посмотри. У него есть сертификат, типа, ну знаете, он собирал модельки и зарабатывал даже на этом деньги. Умный мальчик-то, однако. Но спустя 20 лет мои мечты сбылись. Я уехал в другую страну, стал волонтером палеонтологов и стал принимать участие в различных раскопках. Так, это наша турбаза, да, или что это? Это, да, это база, скорее всего. Мне предлагают так, давайте посмотрим карту. Мне говорят, что мне нужно сесть сейчас, наверное, в машину, я так понимаю. Так, а у нас есть вид от первого лица? По-моему, нет. По-моему, только от третьего лица, сидя в машине. Ну, давайте поехали тогда. Так, закрыть эти сообщения, они мне очень надоедают. Так, а что, куда мне ехать? Подожди, давай посмотрим еще раз на карту. Почему-то она у меня уже не открывается. Так, ну ладно. Я так понимаю, мне нужно следовать вот этой дорогой. Excavation Area. Да, у нас зона раскопок, я так понимаю. 10 километров в час движения. Слушай, ну тут больше-то я тебе скажу, ты и как бы не разгонишься. Давай, давай, давай. Что? Мы не можем проехать сквозь это бревно? Подожди, ну давайте включим полный привод. На полном приводе. Слушай, я видел, как такие джипы перескакивают вообще. Вот такие вот завалы. Так, ну ладно, у меня есть бензопила, мне как бы не шибко страшно. Давайте распилим это дерево. Наверное, еще можно на одну часть. Так, ну и теперь... Теперь можно все это нафиг отсюда скинуть. Да, вот так вот. Нифига себе, они там подпрыгивают. Вот это полено. Что? Почему я не могу скинуть его туда? Я с легкостью могу это скинуть. Давай уберем. Вот теперь, наверное, уже можно будет проехать. Едем на, в зону раскопок. А, блин, гребаное это бревно. Я могу его перескочить? А, ладно, давай по-быстрому. А, понятно, мне надо еще, короче, на, еще на одну часть распилить, я так понимаю, да? О, как это утомляет. Ну давай, давай.
Так, ребята, я все-таки, короче, распилил это дерево гребаное, и мы едем дальше. Так, у нас опять бездорожье. Слушай, я надеялся на симулятор полноценного палеонтолога, а не на симулятор бездорожья на внедорожнике. Давайте уже доедем до нашего места, а там, наверное, уже тогда включимся. Так, ну что же, мы прибыли в зону раскопок. Давайте... Так, стой. Давайте оставим здесь нашу машину и, наверное, пойдем сейчас что-то, наверное, уже искать, да? Все супер, ребят, мы разбили лагерь и идем на раскопки. Так, я даже, правда, не представляю, как это делать, но у нас есть вот такая вот тележка интересная. Это своего рода какой-то GPS, GPR, что это, боже. Мне кажется, что у настоящих палеонтологов даже нет такой системы. Так, ну что ж, давайте попробуем, как с помощью нее сканировать. Я даже пока не представляю, возможно, мы увидим кость прямо на сканере. Давайте просканируем вот эти вот камни. Но вот этот камень желтого цвета мог бы, в принципе, показаться нам костью, но, видимо, это нет. Это не кость. Ладно, давайте среди вот этих камней, что ли, посмотрим. Прочекаем здесь. Так, давайте в эту сторону. Здесь, по-моему, тоже ничего у нас нету. Стой. Стой, стой, стой. А вот, похоже, я что-то нашел. Похоже, я что-то уже нашел. Подожди, вот этот камень, он светится, да? Смотри, красным цветом, значит, вот именно вот эти камни нам нужно сейчас с вами раскопать. Так, ну что ж, давайте возьмем нашу чудо-лопатку и приступим. Приступим к раскопкам. Так, я, конечно, все понимаю, но... Насколько глубоко здесь копать, чтобы найти что-то? Так. Подожди, давай попробуем взять уже вот этот камень. Нет, не берется. Давайте еще немного тогда обкопаем все это дело. Так, отлично. С этой стороны можно тоже, в принципе, прокопать. Вот эти камни мне сейчас будут мешать. Давайте откинем их. Так. Вот наши найденные камни. Я так понимаю, короче говоря, что именно вот эти вот желтые камушки, в них именно находятся останки кости динозавров. Так, ну давайте, ладно, обкопаем еще, что ли, раз симулятор требует этого от нас. Ну, а теперь, наверное, можно уже брать. Так, насколько я помню, по-моему, нам надо найти три куска камня, вроде бы как. И... Сейчас, подождите. Подожди, стой, стой, стой. Давайте, может быть, еще что-нибудь найдем, прокопаем. Какой-нибудь камень побольше. Так, берем лопату. Я думаю, что вот именно вот в этом камне побольше. Тут останки динозавра будут более, наверное, ценными, так сказать, да? Так, у нас есть три камушка, я уже их сюда перетащил, короче говоря. Вот, на мой взгляд, эти камни более такие ценные, потому что видно, что из них прям-таки торчат кости какого-то динозавра. Давайте сейчас мы это все с вами загипсуем. Да, вот так вот берем гипс, накидываем на эти камни. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы при транспортировке... Этим камням не нанесся какой-нибудь ущерб, и камни не рассыпались. Так, давайте, давайте, давайте. Отлично. Теперь мы берем эти камни и закидываем вот в эти ящики, грузим. Сейчас, я так понимаю, мы поедем обратно на базу, где будем уже эти камушки с вами обрабатывать и... Мы найдем какие-то остатки динозавров. Орнитомимус, смотри, да, вот уже, кстати, есть название, я так понимаю. То есть мы уже нашли здесь полноценного орнитомимуса. Так, открываем багажник и загружаем наши ящики. Остатки орнитомимуса, слушай, прикольно. Так, берем последний ящик и вперед, вперед, вперед. Вперед из песни. Закрываем все это дело и поехали.
Так, подожди, наверное, подожди. Нам не нужно подзаправиться, слушай. У нас есть канистра, да, я видел, что стоит канистра, и можно машину немножко подзаправить. Да, это логично, в принципе, слушай, а то мы не доедем до выхода. Все-таки бездорожье джип, а машина очень прожорливая. Так, итак, выгружаем наши ящики на поддоны. О, как это немножко утомительно, но оно того стоит. Наука требует жертв, как говорится, да? Так, последний ящик берем, выкидываем. Так, ну что же, мы, в принципе, вернулись в свой музей. И посмотри, у нас здесь уже, да, вот такой вот Струтомимус. Но недособранный. Я так понимаю, вот в этих трех ящиках у нас три необходимые кости, которые нам сейчас надо будет затащить на базу. И все это потом с вами, все эти камушки, обработать. Так, погружаем этот камушек туда. Слушай, а мы можем сразу все камни загрузить вот в этот цех? Или центр, что это цех, наверное, да, какой-то обработки. Так, по-моему, нет. Ладно. И к ним давайте тогда поставим ящик обратно и отправимся тогда. Скинь ты его, боже. Кинь, вот, все, он мне не нужен. Все, поехали, короче говоря, давайте посмотрим на обработку, как это все будет происходить. Так, маленькая болгарочка. Да, это занимает достаточно много времени, я тебе скажу. Так, распиливаем гипс. Понятно, берем молоточек и потихонечку начинаем все это дело обстукивать. Да, это очень такая, знаете, кропотливая работа и очень нежная, я тебе скажу. Дабы наши кости, которые мы с вами найдем, не пострадали и не сломались. Давайте аккуратно обстучим все это дело. Оп, тихо, тихо, стоять, аккуратно. Спокойно. Маленькое неровное движение, и, возможно, кость мы потеряем, будет уничтожена. Усмелей. Давай, можно же уже посмелей, в принципе, вот так. С этой стороны ударить. Так, отлично. Ага. И что? Все, кость найдена, что ли? Или подожди, мы... Подожди, стой. Где наша кость? А, вот она. Она перемещается, короче, на соседний стол. Смотри, здесь тоже своя какая-то обработка сейчас будет. Давайте посмотрим. Ох. Слушай, мне вот это вот напоминает бормашину, когда, да, ты сидишь у стоматолога и лечишь зубы. Неприятный звук. Так, это все, я так понимаю, нужно сейчас нам тоже отпилить, убрать вот эти лишние камни. А я уж было испугался, что, блин, боже, я сломал камень вместе с костями, все разрушил. Ох, как долго это все происходит. Обработка занимает очень много времени. А, мы можем поворачивать, смотри, как здорово. Блин, как это долго, как это долго. Давай, 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 вертай его в ту сторону. Так, ну отлично, косточки у нас все, в принципе, я собрал из камня. Так, теперь мы берем вот такую вот метелочку, да, кисточку и начинаем все это очищать. Да, посмотри, кстати, вот в левом нижнем углу идет у нас... статистика, прогресс всего того, что мы сделали с костями. Так, ну давайте полностью все это отряхнем и продолжим дальше. Боже. Ох, у меня заняло это достаточно много времени. Ребят, представляете, как долго вообще происходит это в реальной жизни. Так, теперь мы, я не знаю, опрыскиваем все эти кости. Это у нас позвоночник, я так понимаю, Орнитомимуса. И что дальше будет?
Какой-то обеззараживатель или что это? Вода, блин. Да, это все очень долго, конечно, происходит. Наверное, остальные кости я все-таки буду вне съемок. Короче говоря, там обрабатывать, вот, а потом покажу вам уже полностью готовый скелет, который мы с вами сделаем с орнитомимусом. Давайте я сейчас вот это все обработаю и уже включусь. Ох, мило. Вы видели, да, насколько все это долго происходило? Я еще половину того, что это обрабатывание, все остальное, я половину этого даже не снимал. Хочешь посмотреть в таймлапсе, как это все происходит? Ну, давай полностью соберем орнитомимуса. Поехали. Ну что же, если ты просмотрел всю ту пройденную кропотливую работу до конца вместе со мной, то ты настоящий палеонтолог. Да, ты думал, как? Это очень тяжело, боже. Так, ну что ж, наверное, я на этом работу свою закончу. Эту лапу я, наверное, сейчас уже соберу без вас, без видео. Вот, ребятки, я надеюсь, что вам понравился данный симулятор. Ну, такое, знаете себе, развлечение на долгое время, если тебе скучно, хорошее времяпрепровождение. В общем, я соберу своего Струтомимуса до конца, отнесу в музей, вот, и, наверное, пока что на этом закончу. Вот, ну, а если тебе понравилось данное видео, поставь обязательно лайк, подпишись на канал, нажми колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Да, ребятки, это был Динозавр Fossil Hunter. Вот такой пролог. Далее будет, наверное, еще интересней, намного сложнее и намного дольше. Ну все, ребята, я побежал собирать последнюю конечность моему Струтомимусу, а то он как-то нелепо выглядит. Все, пока-пока.